Не просто проголосовать, но и выиграть ценные призы. Предстоящие выборы главы государства активно поддерживают не только политические деятели, но и молодежь. А чтобы повысить электоральную активность своих сверстников, Ульяновская ассоциация предпринимателей «Люди дела» инициировали создание фотоконкурса «Фото на выборах». В нем могут принять участие жители Ульяновска и Димитровграда. Суть его привести максимальное количество пользователей сети ВКонтакте и в Инстаграме, активных пользователей, для того, чтобы они проголосовали, сделали свой выбор на президентских выборах текущих. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно прийти на выборы 18 марта, найти на избирательном участке волонтеров в специальной форме, взять у них специальную картонную инстарамку, ну и, конечно, сфотографироваться. Далее все тоже просто. До 20 марта необходимо выложить в сеть фото с хэштегом «Голосовач73» и хэштегом своего города «Ульяновск» или «Димитровград». По ним все работы попадут на сайт «Голосовач73.ру», где любой желающий сможет проголосовать за понравившееся фото. Итоги подведут до 25 марта.